Хей, hey, йогай, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру по названию Dead Space. Это наш мертвый друг, который лежит, отдыхает, не обращайте внимания, он просто устал после всяких этих будней, да. Ну, уже не беда, уже суббота, выходные, ну, лично у меня, конечно, выходные, я не знаю, когда это видео выйдет вообще. И что у вас за время суток? Эй, я вижу хилку. Да, хорошо, у нас еще есть 4 свободных слота. Да. Магазин мы не скоро получим, и там еще много комнат. Хотя, давайте, может, по-быстрому вернемся по лифту наверх. Я надеюсь, вы не против. Потому что мне это будет все дело мешать. Так, а мне хотя бы в какой этаж стоять? Этаж. Так, ну этаж повыше я не поднимусь. Так. Что-то я замудрил. В принципе, можно поехать на... На третий этаж. На второй есть скобочка. Это будет быстро. Как раз если некроморфы опять понапрыгивают. Мы будем готовы. Так, там у нас воздух отравленный, я вижу. В отсеке. А нет, все в порядке. Так, бежим так. Даже так лучше. Быстро забегаем. Чик-чик. Чик-чик. Ага, магазин. Поехали. Рюкзачок. Переместить, продать. А, у нас еще есть малая птичка, нормально. Продать, переместить, нормально. Не, там у нас уже пипец патронов, ребят. Ну фигня в самом инвентаре. У меня маленький инвентарь. А костюм нам так и не дают. Уже сколько не дают времени. Зато у нас уже и босс был. На самом деле, я думал, когда мы это, помните, проходили в прошлой серии. Мне же вниз, да? Да, мне вниз. Около этого мужичка. И там был у него, ну, так, в основном коды, короче, просто двери. А я думал, это будет, типа, брони новой 4 уровня, да, по идее, нам нужно. Не помню, ладно, не суть. Суть важна. Побежали. Суть важна, побежали. Так, сохраняемся. Сохранение. Оля. Оля, оля, оля. Ну, в принципе, я готов. Да, все, я готов. Воу! А, не взрывается после смерти. Нужно смотреть по сторонам. Замечать сначала полезные вещи, а потом уже врагов. Да что-то вы взрываетесь. Взрывайся. Показалось, что плата розовая. Дискетики.
Ну, только получается две хилки были. Маленькая и средняя. На маленькую я отхилюсь, а вот такое на самом деле. Открывайся. Ну. Азик. Это действительно ты. Здорово! Кажется, прошло столько времени. Мы снова встретились с другом. Здорово. Ну, я помогу тебе. Пошли со мной. Той. А это не та, походу, которая нам помогала. Игра тут. Чувствую, мне придется снова возвращаться. Ладно. Маяк, что ты ищешь здесь, рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Давай, жду. Мне не нравятся вот эти люки. Да, бля, а если некроморфы нападут и на нее? Об этом я и говорю. Ладно, будем юзать Станис. Станис. Они уже на... Это около меня. Убили, перезарядились. О, кредиты. Еще один. Воу! Это уже ко мне гости пожаловали. А чё так долго, слышь, а можно быстрее, пожалуйста? Так, трое. Окей. А это наша девушка получается? Не, ты вниз идешь. Ребят, вам тоже нужно вниз. Чтоб я знал, что здесь никого не было. Эй, отпусти ногу. Так, все, да? Чистенько. Готово. Фух, хилок у нас, конечно. Ого-го. Ого-го. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Ребята, костюм нового уровня. Да. Так. Это не тот. Нам нужно с вами обратно. По тому же пути. Ладно, поехали. Четвертый уровень костюма. А значит, прокачаем с вами еще немножечко. Инвентарь. Немножечко вкачаем инвентарь.
Изи. Как-то изи. Я тут тоже ничего полезного. И тут ничего полезного. Так, снова же. Отдаем два магазина туда. Отдаем три больших хил. Внимание! Не снимайте защитный костюм в среде класса А. Нормально. Самое охерительное это четвертый уровень костюма. Жулька. Кися моя. А, ладно. О! Ва. Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. А сначала мы отправимся за новым костюмом. Да-да-да. Также у нас есть и новый костюм. Новый костюм. Да-да. Который нас ждет и уже не может дождаться, когда мы его прокачаем. Да, мы его прокачаем, его вкачаем, его купим. Здорово. Давайте я, наверное, и отхилюсь, да? Все равно, что мне килки таскать с собой. Ой, классненько. Четвертый уровень. 35 тысяч. Нормально. Давай, модник Айзек. Поехали. Как ты будешь теперь выглядеть? Так, запоминаем, как он выглядит. И... штаны. О, Айзек, ты изменил штанишки себе. Много пластин на штанах появилось. И на ботинках. Кайф. Значит, и инвентарь тоже хорошо увеличился. Так. Большая переместить. Перемещаем. Сейф. Пипец мне хилок. Это жопа. Не, все-таки у нас тут но так много не хватит. Но у нас хилок очень много. Купить узлы, тихо. Узлы. Я себе прокачаю все-таки этот. Притягивалку. Нет. Пускай лучше деньги будут еще. И плюс нам все равно не так уж много уже узлов нужно. Так, а инвентаря здесь нигде нету, да, поблизости? А мы через магазин там будем идти? Черт! Я не заметил, ну ладно. Так, а сколько у меня инвентарь? Изи, теперь у меня полный этот. Лотик еще есть. Давайте, короче, первый у нас для магазина. Один слот вот полный будет. Хотя она и так всегда полный. Хилки оставим, пускай будут хилочки. Хилочки. Куда? Поехали. Все есть хорошо. Мне не нравится вот это помещение. То, что оно
без какого-то рассвета. Ой-ой-ой. А вот и попадание по мне. Но у меня защита. Так, а что у нас с той стороны? Давайте сначала туда сходим. Ой, блядь, блядь! Успел. Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи. Ты что, не смог себя застрелить? Еще одна. Еще одна. Сейчас бы не суметь себя застрелить. Ой. Кусончики. Короче, там находятся эти твари. Там находятся эти твари. Блин, я хочу знать, что здесь. Поехали. А, здесь закрытый отсек, я понял. Хорошо, отправляемся тогда. Три резака. Да хера. Ну, как видите, можно, в принципе, этот прокачать, да и все. Ну, понятно, что я играю на легком, поэтому никакой такой именно сложности и речи не идет. Ну, камон, я же сказал, что я суся все равно таких как бы игр. Слишком атмосферных, поэтому нормально. Главное, что я игру прохожу и прохожу ее нормально, лутая все и вся. Так, ну это я понял, что мне нужно сделать. Мне кажется, когда я вытащу, на меня начнут нападать. Ну? До свидания. Все. Еще один предмет на продажу. Так, погнали, сразу продадим. Нихер мне инвентарь забивать, гамном. Рыжуль, рыжик. Костяк мой. Дай здесь продать, да. Ну сейчас.
А чё я туплю, ё-моё? Ребята, вы тоже, знаете, такие умные, мне ничего не сказали. Я ж что, зря узлы покупал? Охера узлов покупал. Так, стазис, нет. Ну, хотя стазис, энергия и время. Такое. Энергия. Резак. Этот мне на максимум. Готово. Да, будем, короче, этот прокачивать. Так, две ставим. Как будет. Воу! А почему ты выпрыгнул на меня именно сейчас? Почему ты вообще стоял у меня за спиной? Ладненько, нормальненько. Это, считайте, халявные деньги только что были. Халявные их сколько там? 600-500 кретов. 1000. 1000 это тоже норм. Почти 1000. Немножко. Меньше 1000. Ритуальный круг. Ну ладно, поверим. Вниз? Стоять, а что у нас внизу? Внизу у нас большой промежуток. И что-то очень снова же огромное. Перезаряжено. Так, график. Разработки. Журнал разработки АА облегает так второй инженер. До настоящего момента процесс переработки планеты шел как было запланировано, хотя мы и потеряли как время, так и контакт с колонией. Первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты. Так, обработан, очищен и переплавлен. Так, результаты так превзошли сами оптимизированные прогнозы. Обычно любая порода содержит 35% минералов, 5% окономинокислот и 60% идет в отходы. Но тут мы получили 65 минералов и 0% окаменелостей. Да, я тупой, окей. Это составляет 6,5 тонн руды, как каждые 10 тонн породы. А если только это был не аномалия. Мы встретили настоящее сокровище. Окей. Что-то меня снова нагружает очень много всем полезным. В первую очередь. Давайте тогда просто откроем, посмотрим. Сколько у меня патронов? На всякий случай. Ну, это, походу, ребята, снова же босс. Хотя не похож на босса. Зона невесомости.
Давайте. Они от с нее добываете по руду. Айзек, мне это что-то не нравится. Айзек, время убегать. Ладно. Зона гравитации. Ну, Айзек, ты понял, что это безопасное место. Эти ж говнюки там меня ждут. Да? Зона невесомости. Зона гравитации. Кстати, я их что-то не вижу. Зона невесомости. А, не вижу. Зона гравитации. Не, ребят, вы, конечно, молодцы. Что, народ, сидим, пердим? Зона гравитации. Ну да. Сидим, пердим. Зона невесомости. О, здорово. Зона гравитации. Так, они что-то это, слушайте. Более прочные, чем те были. Стой, куда мои патроны улетели или что-то было? Зона гравитации. Зона невесомости. Зона гравитации. Ладно, давайте с той стороны посмотрим. Не, я понимаю, что я могу просто выйти и разъебать их, но они какие-то жесткие. Именно по прочности. Фигня в том, что он сюда ко мне попасть не может, он. Зона невесомости. Куда он вот он прыгает? Ой. Зона гравитации. Чао, ты без зона лица. Видите, я ему типа стреляю, но ему посрать. Зона невесомости. Привет, парниша. Так, все что ли? Кажется, да. Короче, это какие-то были теневые монстры. Зона гравитации.
Потому что они были именно по цвету черные. Да. Зона невесомости. А, то есть вы мне предлагаете на шар полезть? Что, сгорели? Еще что-то полезное. Не, я понимаю, что мне типа предлагают туда пойти, но сам этот шар. Че, рели? Меня убили. А, класс. Класс, 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 класс. Великолепно. Very good. Ну кто знал? Зона невесомости. Типа скажет, вот, блядь, сука. Теперь он заново будет 5 минут просто туда-сюда бегать. Нет, на этот раз, ребят, мы с вами нормально все сделаем. Зона невесомости. Ну, почти. Ну почти, почти, почти! Ну, почти, как я сказал, да? Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости. Мы просто сейчас их соберем в одну толпу, но вы чё, ребята? Думали, я соврал? Конечно ж нет. Так, я тебя, приятель, не вижу стоять. Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости. Так, зона, короче, гравитации. Давайте с той стороны. С той стороны веселей было. Их было всего 4 штуки. Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости. Зона гравитации. Понял, что с этого нету прока. Зона невесомости. Там зона еще стоит еще где-то один. Или ты последненький остался? Зона невесомости. Я, ребят, смотрю на все это дело. Понимаю, что мне лучше сохраниться. Сохраниться, сохраниться. Я буду много, походу, от этой херни издыхать. Зона гравитации. Она как бы не уменьшает именно свою скорость. Поэтому давайте я лучше на самом деле сохранюсь. В этой серии, ладно, в этой серии, да, в этой серии добьем мы с вами эту планету. И закончим.
Есть. Так, рюкзачок. Дешевая такая. Дешевка. Поместить. А почему ты мне не появился? Поехали. Сохранится точно. Та-дам, та-дам-дам. Глупый космос. Ну блин, откуда я мог знать, что так получится? Я вообще почему-то даже не подумал, что эта херня может убить как-то. Зона невесомости. Ага. Эта штука работает. Прыгнул именно в тот момент, когда она начала крутиться. А подождите, тогда что? О, ну и хотя бы отсюда именно нормально идет. Короче, мы возрождаемся в соседней комнате. А ты медленно это делаешь, приятель. А он это медленно делает? Зона невесомости. Я просто не успеваю. Ребят, я тогда не понимаю, что делать. Зона невесомости. Ну, попробуем этот замедлить. Я не успеваю. Сложно. Я сказал, что мы с этим справимся. Значит, мы с этим справимся. Ну, он просто, получается, планету держит. Слушайте. А у меня есть мысль. Здравая мысль. Что если я зайду за это? Зона вакуума. Вот. Ой, привет.
Полетел. Зона нормального давления. Отлично. Только где я нахожусь? На потолке. Да? Да. Стой. Нет. Я на стене был. А мне что, еще и забрать нужно было? Приятель. Мне сейчас не до тебя, извини. Ладно, ребят, давайте ладно, давайте на этом закончим. Серия уже 40 минут, алло. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Я сейчас добью эту планету. Всем пока.